Целый волшебный лес вместил в себя культурный центр фестивальный. Выставка живописи Егора Коткина – это удивительная панорама природных реалий. Рисованием он увлекся еще в 13 лет. В 19 выбрал своим основным материалом акрил, а чуть позже нашел собственный стиль – абстрактный символизм. В разноцветных узорах и пятнах воплощены разные образы – от цветущего луга до летнего сада. С английского языка абстракт, абстракция – это упрощение. Это то, что позволяет художественно изобразить любые явления, образы, эмоции максимально емко и просто. Можно печаль изобразить большим круглым черным квадратом. И тут нет рамок. Цветовые пятна, геометрические фигуры, динамические образы, глубина – ты можешь передать все, что угодно. Без каких-либо границ. Лес – главный источник вдохновения Егора Коткина. Каждый раз, гуляя по лесу, художник, по его словам, сталкивается с волшебством. Свое видение красоты и стихийности он переносит на холст. Для меня лес – это, как сказал американский естествоиспытатель Джон Мьюр, единственная дорога ко Вселенной – это через лесную чащу. Вот то же самое испытываю там я. Лес для меня – это природный храм. И находясь там, ты испытываешь такое естественное внутреннее человеческое состояние молитвы, общения с Богом, как природой. Поэтому здесь лес во всех ипостасях – это то, что я переживаю, то, что я через себя провел и структурировал в полотна. Центральное место на выставке занимает инсталляция. Сложная конструкция из нескольких десятков полотен наделена глубоким смыслом. По словам автора, идею поймет тот, кто чувствует лес. Эта инсталляция – это от единения природы, леса и живописи. Здесь у нас лес полотен, причем лес хаотичных полотен. Здесь нет какой-то определенной тематики, эти полотна не закончены. Там все изображено хаотично. Также и лес, он нам кажется хаосом, но на самом деле это божественный хаос, как высшее проявление Бога на земле. Образные, эмоциональные и загадочные работы Егора Коткина открывают перед каждым совершенно новый мир, полный чудес природы. Оказаться в волшебном лесу можно в культурном центре фестивальной до 15 августа.